Ну что ж, в прошлом выпуске мы с вами добрались до этой точки. Я так понимаю, что обратно мы просто так пройти не можем или можем? Смотри, мы вот там перепрыгнули на самолет, и все. Слушай, как классно, здесь можно нырнуть вниз. Ага, я помню это место, мы там с вами были, просто решили туда не идти, потому что у нас не было наших ледорубов. Ну что, продолжаем. Всем привет, если вы здесь впервые, меня зовут Александр, и мы продолжаем играть в Лару Крофт. Рыбы-рыбы. Это, в принципе, неинтересно. Продолжаем проходить довольно-таки подробно, собираем, ну, как можно больше записок и прочего. Итак, нам нужно попасть сначала вот туда, я думаю. Хотя и вот там вот пещерка есть. Также у нас с вами позади остался, как это называется, осталась гробница испытаний или что-то типа того. То есть именно в той локации, где мы с вами начали. Но у нас на тот момент не было наших ледорубов, поэтому туда не было смысла идти, на мой взгляд. Итак, сюда попали. Там что-то было. А я обратно допрыгну. Может быть и допрыгну, но только не отсюда. Я тебя понял. Там что-то лежало на земле. Но, скорее всего, это просто ресурсы. На что здесь? Ну да, это просто ресурсы здесь разбросаны. Склеп. Исследуйте склепы, чтобы узнать их тайны. Ну, естественно, пойдем исследовать. Как я говорил, прохождение подробное. То есть, ну, те, кто хотел узнать сюжет игры, я думаю, что давным-давно его узнал. А мы просто будем лазать по гробницам, проходить Лару Крофт, получать удовольствие. Не знаю, мне нравится эта игрушка. Эпитафия на кресте. Здесь покоится Рейли Риммель, друг. 1925. Тут есть что-то еще. Что? Здесь есть... Осторожно, тихо. Впереди ловушки. А, да это понятно. Это для меня не новость. Во всех склепах здесь ловушки. Так. Ну, надеюсь, мы с вами... Тут много лет никто не бывал. Угу. Надеюсь, мы с вами не убьемся. Потому что придется все время начинать с лагеря. Никаких автосохранений, чекпоинтов, ничего здесь на максимальном уровне сложности нету. Правда, может быть, и на более слабых уровнях сложности нету. Но здесь абсолютно точно. Давай. Тихо. Я забыл, что это игра, где нужно все делать очень четко. Прям мега четко, как я не знаю, в каких-нибудь старых платформерах, потому что одно неправильное движение и хана. Так, удлиненный череп, кичуанский язык, деформированный череп этот человека. Череп что это? Деформирован. Он более Вау. Плоский и длинный, чем у обычного человека. Некоторые люди верят, что это доказательство контактов инков с инопланетянами. Но, скорее всего, это результат бинтования головы. Древнего метода искусственной деформации черепа, распространенного еще в доисторические времена. Отвратительно. Ну и? Кроме того, на черепе видны следы трепанации, медицинской процедуры, в ходе которой в черепе проделывается отверстие. А мозг, он тоже деформируется? Или только череп? Уж кошмар какой, я даже не... Представлять это противно. Требуется собрать больше артефактов. Хорошо, я понял. Постараемся. Это у нас что? А, я так понимаю, это просто ключ от двери вот этот. Да, просто открывает думаю, дверь. Это выход. Ну, а вот там вот вход. Погнали. Интересно, если здесь нажму, там закроется? Нет? Я-то думала, все будет просто. А когда было просто? Ты мне расскажи. Хоть в одной части было просто? Мне кажется, нет. Даже самые старые игры были очень сложными. Прям реально сложными. Реально-реально сложными. Но, в принципе, там везде все понятно было, что делать. Просто порой бывают такие моменты, когда непонятно, куда идти. Или моменты, где нужно как-то так очень хитро что-то перепрыгнуть. Но я имею в виду даже самые-самые-самые старые игры, да? Tomb Raider, Tomb Raider 2... Какие-то такие противные моменты, где нужно что-то перепрыгнуть, а у тебя никак не получается. И ты перепроходишь раз за разом одно и то же место и теряешь там просто часы на прохождение. Чтение! Так, ладно, внимательнее. Не отвлекаемся. Ну, там веревка, я вижу. Но веревки нужно просто вот так вот резать. Подходить вплотную и резать. Мне показалось, что ну, на предыдущей веревке, что я достаточно близко нажал F, а вместо этого она сделала вот это вот. Вместо того, чтобы разрезать. Хорошо, теперь добрались, походу. Теперь я смогу добраться до саркофага. Или не сможем. Я тебя понял. Или не сможем. Вот эта штука, я могу как-то на нее повлиять?
Ну, то есть, так, туда, оттуда. Наверное, на эту штуку нужно будет перебираться. Погнали. Вот самое неприятное, это вот эти вот стены. Я вот все время слежу, чтобы вот когда появится надпись... Ну, то есть, если появится, нажать клавишу Е, прям ее нужно моментально нажимать, иначе упадешь. Давай. Тихо. Нам просто наверх нужно. Фух, отлично. Так. А, я здесь могу просто перелезть, наверное. Есть. Левее, да? Да. Хорош. Спокуха. Здесь можно разломать. Подожди, давай сначала разломаем. Потому что я чувствую, когда мы встанем на платформу, что-то произойдет. Скорее всего, так и есть. Ну-ка. Кстати, немножечко по-другому стало разламывать. Раньше все это по-другому выглядело. Это что такое? Золото? Это кираса какая-то, нагрудник. Здесь богатый выкуп. Император язычников умолял пощадить его. Он сказал, что немедленно отдаст испанскому монарху комнату в 3 на 6 варов, наполненных доверху золотом, и 2 таких комнаты с серебром. Великодушный монарх принял это предложение. Через 2 месяца выкуп был уплачен. Однако доверять этому идолопоклоннику было нельзя. Когда стало известно, что его генерал собирался неожиданно напасть на испанцев, Атауальпа упал на колени и стал молить о пощаде. Его судьбу решил справедливый суд, в соответствии с правами, которыми обладает каждый подданный Испанской империи. Его признали виновным и приговорили к смерти, но перед казнью он принял Господа и поэтому попадет в рай. Отрывок из беспристрастного описания деяний писара в Перу Очоа Асевиса. Прикольно. Вот эти исторические вставки тоже очень-очень классные. Вот я просто обожаю их всех смотреть, читать. Какие ты крупицы истории узнаешь. Так. Ладно, подожди. Получено новое снаряжение. Накидка вечерней звезды. Хорошо. Тихо. Но нужно вот прыгать вот туда. По-любому. А? Окей. Ладно. Мы можем так спуститься. Фу, все, пошли отсюда. Вроде все. Как я ее пропустил? Пусть голос Римок станет первым, что мы услышим в новой жизни. И пусть ее истории подарят нам радость. Здесь раньше существовала такая фишка, как путешествие по кострам. Здесь же тоже, наверное, оно есть. То есть мы, скорее всего, можем вернуться обратно через костер. Здесь что-то валяется перо. Перья нам нужны. Скорее всего, мы можем вернуться через костер обратно в тот лагерь, в первый. Да, попытаемся это сделать. Так, Ион, ты пока что побудь здесь, а я попытаюсь телепортироваться туда. А оно мне недоступно. Почему-то. Угу. Как странно, ладно. Ну, бог с ним, может быть, пока что просто оно не разблокировано, может быть, станет доступно чуть попозднее. Смотри, вот там дерево валяется. Давай-ка сейчас быстро его соберем. И погнали дальше. Ну что, Иона, пошли открывать тот проход. Если не ошибаюсь, здесь нужно 2 человека, да? Здесь. Поможешь? Да это ты мне помоги. Фига себе! Это типа она решила... Она подержит, а он пролезет. Нормально. Жесть какая. Распорочку не судьба была поставить какой-нибудь? Да уж. Сильная русская женщина. Это же Кувак-Яку. Надо спуститься туда и узнать, что в этом храме. Обалдеть, круто. Так, у меня стрел очень мало. Ну что, Иона, аккуратно за мной. А мы точно идем по тропе? Ну уже, держись ближе ко мне. Это уж точно не тропа. Фу. 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 Почти прибыли. Почти прибыли. Это я уже слышала. Тихо! Есть! Порядок?
Я цела. Еще пара шагов. Хорошо, хорошо. Ты в порядке? Я в норме, я в норме. Так. Обезьяны, попугая. Кто же все это построил? Может быть, инки? Они смыслили в гидравлике. Ну-ка, давай посмотрим здесь. Мост опущен. А если поднять его с помощью противовеса? 100%. Может быть. Это Кон, бог инков. Он сын бога солнца Инти и богини луны Пачамамы. Кон управлял ветром и дождем, хотя в некоторых легендах он повелевает только погодой, которая приходит с юга. А его брат Пачакамак управляет погодой, которая пришла с севера. Окей, понятно. Ну, в принципе, просто такой исторический факт. Надеюсь, эта постройка здесь, раз уж мы собрались в ту деревню. Подожди, подожди. Давай-ка внимательно все здесь осмотрим, потому что здесь много чего интересного может быть. И мы это интересное, возможно, пропускаем. Ну, как минимум ресурсы. Как минимум ресурсы. Так. Эту воду наверняка можно пить. Какую? Хочешь попробовать? Лучше пить из бутылок, найденных в обломках самолета. Правильно, правильно. Это правильная идея. Подожди. Еще что-то. 6%. Статуэтка ламы, кичонский язык. В эту канопу складывают какао-бобы и животный жир, предназначенные для жертвоприношений. Когда наступает сезон сбора урожая, наполненную канопу бросают на поле, как дар Пачамаме, богине-матери. Говорят, что если богиня примет дар, то крестьянин соберет большой урожай, а его скотина даст обильный приплод. Ладно. Я сейчас наверх слазю, ты побудь Знал здесь секундочку. Знал бы я, сколько придется шастать по лесам, и я бы не отлынивал от занятий в тот год в бойскаутах. Всего год? Ну, больше не получилось, так сказать, по семейным обстоятельствам. Так. Секундочку, что мы здесь можем сделать? Это нам пустит воду, да? Что-то сработало. По-моему, вода как-то двигает мост. Да, по-моему, тоже. Но что-то мы с тобой еще здесь не до конца сделали. Ну, точнее, я, потому что ты ничего не делаешь. Тебя в детстве хоть раз отправляли в лагерь? Школа-пансион считается? Не знаю. Считается? Наверное, нет. Но род меня кое-чему научил. Со взрослыми мне всегда было интереснее. Да. Ну-ка, может, ты меня подсобишь немножечко, а? Подналегли. В ведро набирается вода. Хорошо, разберемся, для чего тут противовес. Так, 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 так. Чего, он один удержать не может, да? Иди сюда, попробуем еще раз. Да, я тебя понял, хорошо, давай. Я понял, что нужно сделать, все, сейчас сделаю. Давай, толкай Иона, толкай, толкай, толкай. Мне нужно очень-очень быстро спуститься, скорее всего, вниз. Давай, бегом. Держись. Нет, 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 не то. Да не то, ближе, ближе. Держи, 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 держи. Я почти. Все, Иона, отпускай. Я сделал. Точно, перебирается. Я все сделал, все замечательно. Слушайте, а это прикольнее, чем раньше. Чё, как? Ты здесь перепрыгнул, что ли? Почему я этого не видел? Почему я этого не видел? Мне было бы очень интересно на это посмотреть. Как ты здесь перепрыгнул? Ну-ка. Наверное, нам сюда. После вас. Нормальный такой. Что это? Кажется, это какой-то алтарь или... Помоги потянуть. Ладно. Лишь бы только потянуть. Что это? Это рецепт. Кажется, какая-то смесь трав. Пригодится, если встретим еще ягуаров. Лучше не надо. Выход в той стороне. Что за смесь трав? Игра, подскажи. Давай.
Орлиный глаз. Нажмите F4, чтобы использовать снадобье озарения. Озарение позволяет Ларе чувствовать животных и природные ресурсы вокруг себя. Это удобно, спасибо, согласен. Плюс одно очко навыков. Какая-то... А, нет, это, мол, записка, нет, просто ткань. Вроде все, пошли вперед. Мы приближаемся к деревне. Скорее бы вернуться в цивилизацию. Я думаю, что там как раз... Нажмите F1, чтобы использовать снадобье. F4. Ну, давай F4 примем. А, прикольно. Смотри, как это работает классно. Ну, недолго, конечно. Хотя нет, продолжает работать. Вот там зайчик. Нам шкурки нужны, ребят, уж вы извините. Прям шкурок очень много нужно, потому что в прошлом выпуске сделали лук. На руины в Мексике, похоже. Хорошо, я понял. Вон еще жук какой-то ползает. Гробница испытаний. Нет, я к тому, что в Перу должен быть некий золотой город. Пойдите. Все искатели сокровищ про него наслышаны. Но на Мексике все обрывается, будто он потерял интерес или... Не знаю. В следующем томе речь о Сирии. Я тебя понял. Проход многообещающий. Подожди. Детали пистолета. Говорилось в загадке. Иди вслед за сердцем змея. На гору с серебряной верхушкой, где заседают близнецы. Так, рядом гробница испытаний. Это вот там, скорее всего. Секунду, но мы только что подобрали какие-то следы... Ну, обломки пистолета. Где это у нас? Давай, работай, пожалуйста. Не здесь. Вот, детали пистолета. Оружие, которое было прикреплено к этим рукоятям, давно заржавело во влажном климате джунглей и рассыпалось. На рукоятях что-то выгравировано. Я едва могу разобрать, что там. Так, здесь всякая разная ерунда, мелочь раскидана. Здесь вон что-то, я не понимаю, что... Во, еще одна, смотри. процентов, неплохо, это мамский Эти язык. Эти два бога повелевали подземным миром майя, Шибальбой, что означает «место страха». Вукуб Какиш, семь попугая Фара, был жуткой птицей, которая, по слухам, несла в своем клюве ложное солнце. Его помощником был Хункаме, одна смерть. Их обоих убили близнецы-герои после того, как одолели их в разных состязаниях и играх, в которых обе стороны жульничали. Вукуб Какиш потерпел поражение в игре в дротики, когда близнецы-герои воспользовались духовыми трубками. Погнали-ка, сходим вот сюда в гробницу, а потом отправимся дальше по основному заданию. Итак, секундочку, а давай-ка мы с тобой сразу примем вот это вот дело, а? Чтобы не пропускать здесь ресурсы какие-то интересные, вдруг что-то будет, да? Прям сходу. Не вижу ловушки. Впереди ресурсы какие-то. А, я понял, капибара. Ладно, шкурку собрали, хорошо, подожди. А, ага. Ага, ага. Все, вижу. Прикольно, что можно вот, кстати, вот так вот кидаться ими. Вот этими ледорубами. Я постоянно про это забываю, а так на самом деле гораздо безопаснее, чем именно в последний момент пытаться нажать. А, я понял, налево. Звук, как будто бы ведьмаки. Тихо, 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 аккуратно. Интересно, кто перезарядил ловушку? Смотри, здесь черепа, кости, да? То есть явно кто-то здесь проходил, и его эта ловушка задевала, ну, убивала. Кто ее перезарядил? Ранец географа, это просто покажет на карте всякие разные точки, где секретки могут быть. Ну, это на самом деле очень полезно, но типа... Ну, типа, очень да не очень. Вон, вот здесь вот как раз. Очень да не очень. Погнали вверх. Давай! Хорош. А, подожди. Смотри. Здесь все равно нужно спуститься. Вот эта новая система с раскачиванием, я не помню, раньше она была или нет. Что-то как-то, ну, просто очень давно играл, просто не помню. Но она так капельку, честно говоря, непривычно. Хорош. Это было легко. Предметы начала 20 века. Прикольный лагерь. Так, сейчас внимательно здесь, чтобы ничего не пропустить. Дневник путешественника. Сейчас все внимание приковано к этому пижону Фосету. Но я точно знаю, что дни его славы сочтены. Весь мир запомнит имя Тимоти Уокера, человека, который нашел затерянный город Эльдорадо.
Мы разбили лагерь в каньоне. Дорога сюда была трудной и утомительной. Нам нужно отдохнуть несколько дней, определить координаты, залечить раны. А еще я бы не отказался как следует выспаться, хотя бы одну ночь. Говорят, прошлой ночью через лагерь кто-то прошел. Это все джунгли. Я постоянно напоминаю своим спутникам, что мы у цели и должны держаться друг друга. Один из разведчиков заметил впереди какой-то храм. Сегодня утром мы начнем готовить мосты и лестницы, а после обеда покинем лагерь. Ну, кстати, вот это вот очень круто, потому что вот эти все исторические факты, вот опять же о фестивале Фоссити, я просто после прошлого выпуска залез немножечко так погуглил, и это действительно подполковник Персиваль Фоссит, который существовал там в начале века, там, 20-го, и он вместе со своим сыном пропал при неизвестных обстоятельствах как раз здесь вот, в джунглях Бразилии. Что-то типа того, да? Подожди. Это надо сбивать, да? Нет, не надо это сбивать, а для чего это не очень понятно. Так вот, и вот это вот на самом деле хорошо, что это есть в игре, потому что это реально исторические факты, которые очень сюда гармонично вплетены. И, ну, так, точно такие же вещи есть, например, в Assassin's Creed, да? То есть там есть какой-то вымысел, а есть исторические факты, историческая архитектура. Мне всегда вот нравилось в Assassin's Creed, это как раз вот архитектура. Особенно в той части, которая была про Рим. Что за фигня? Чего? Смотри. Тихо, держись! Духи, что ли, какие-то? Ну, я сомневаюсь, что духи. Может быть, и не духи, может быть, духи. А может быть, кто-то специально гадит. Так, мне налево, скорее всего, да? Я же здесь не убьюсь, нет? Не соскочу, нет, нормально. Так вот, это действительно очень круто, что в эти игры добавляют такие вещи, потому что так вот потихонечку играешь и какую-то историю узнаешь. Потом становится интересно, лезешь на Википедию, читаешь, там какие-то дополнительные факты. Мне не хватает дерева, восхитительно. Может быть, я где-то здесь соберу дерево, а? Нет, только шестеренки. Я не могу зажечь здесь костер и сохраниться. Это прям очень плохо. Нужно больше собирать всех деревяшек и прочего. Ладно, погнали вперед. Надеюсь, сейчас не погибнем нигде. Чего за нафиг? Кто здесь? Это мы, мышицы. Внимательно, Лар, впереди пол. Скорее всего, провалится, нет? Нет, не провалится. Там грибы, урна. Вообще нужно быть очень сейчас аккуратным, потому что иначе все придется перепроходить. А сохранение было довольно-таки давно. Не, ну в принципе, ладно, здесь ничего нету. Если дерево найдем, то... А, подожди, я сейчас только что не дерево подобрал. То можно будет зажечь костер вот здесь вот. Ладно, погнали вперед, надеюсь, не убьемся. Нашел. Окей. Ой, мы здесь с тобой явно убьемся где-нибудь. Невероятное зрелище. Да не говори. Представляете, действительно что-то подобное. Все вот эти инки, майя и прочие строили. И строили там десятилетиями, столетиями. В зависимости от того, у кого сколько было рабочих и какие были технологии. Так, секундочку, а я могу вот сюда, наверное, да, еще качнуться? Могу. Ну ладно, предположим. Держись. Разрушение преград, хорошо. Непонятно, в какую сторону мне конкретно нужно было идти. Сюда или вот туда. Ну ладно, пока что пошли сюда. Смотри, вот там дальше похоже, мостик. На выход, да, отсюда? Ладно, подожди. Давай здесь глянем, что у нас происходит. Ага, я понял. Это вход сюда. Я же допрыгнул отсюда туда? Ну, я надеюсь, что я допрыгну. Есть шанс, что не допрыгну. Но надеюсь, что допрыгну. Все путем. Так, подожди. Золото? Неплохо так. Это прям золото выходит через стену. Плюс 5 слитков. Самородок я имел в виду. Просто самородок золотой. Как мне дальше? Я тебя понял. Хорошо. Бросок ледоруба. Бросьте ледоруб в прыжке нашего фе. Да я знаю.
довольно-таки гадкая система, потому что если чуть-чуть промазал, то хана. Достаточно чуть-чуть промахнуться. Так, собираем здесь все. Черный порох используется для создания самодельной взрывчатки, ладно. Так, еще по мелочи ерунда всякая. Ткань. Что здесь вообще? Ну типа, да, здесь у них стоянка была, лагерь. Вроде больше ничего нет, вот заметки. Дневник путешественника. Проклятое место. Проклятые богом забытые джунгли. Они дразнят своими сокровищами, а потом выбивают землю из-под ног. Мы почти пересекли эту бездонную пропасть. На той стороне стоит какой-то алтарь. Огромное каменное лицо, украшающее его, словно бы насмехается над нами. На лагерь кто-то напал. Одни говорят, это были пантеры, другие твердят, что чудовище. Половина команды решила бросить экспедицию. Мне пришлось прикончить одного дезертира, чтоб другие боялись. Мне нужен еще один день. Один несчастный день. Интересно, это уже заметка Фоссета? Скорее всего, да. Так, ладно, больше здесь вроде ничего нету. Нам нужно вот сюда аккуратненько вперед. Аккуратненько. В любой момент это все может рухнуть и нужно там будет... Там что-то шевельнулось. Да, действительно. Ладно, подожди. Господи, прям саспенса сколько сюда нагнали, а? Это прям страшно. Это прям страшно. Это зачем здесь? Я понял, здесь мы не пройдем, это, видимо, они строили, или уже все обрушилось, или они не достроили, одно из двух. А, вот, смотри, это можно повернуть. А вон там вдали можно прицепить веревочку. Ладно, давай. Просто из-за того, что не всегда все подсвечивается, ну, где можно как раз взаимодействовать, не сразу понятно, что нужно использовать. Давай-ка сейчас сюда. Они ушли отсюда, не закончив строительство. Да уж. Потому что люди боялись всего того, что здесь есть. Ну-ка, на себя. Так. Интересное кино, там тоже можно прицепить веревку. Я так понимаю, что оно вот сюда. Что? А как? Оно возвращается, да? Оно повернется обратно или нет? Подожди, я не понял. Секундочку, давай здесь все соберем. Порох, ладно. Ну, я могу, в принципе, запрыгнуть на нее. Да, могу запрыгнуть, но мне это сейчас ничего не дает. Смотри наверху. Видишь? Кто это? Так, ладно, будем с ним разбираться потом. Я думаю, что он как-то себя проявит. Давайте сейчас вот это сюда повернем. А как я обратно-то попаду, а? Как я обратно попаду? Нет, не попаду, попаду, не попаду. Да, тихо ты, не надо это дергать. Дергать это не нужно. Смотри, а, я понял, как я попаду. Должна выдержать. По веревке? Должна выдержать? Только я не могу на нее запрыгнуть, хорошо. А если по... А, я просто, наверное, по самому ящику могу, смотри. Рысь, сюда. Хорошо. Теперь вот сюда. Может быть, мне это даст какое-то время? Да, мне это даст, скорее всего, какое-то время, чтобы успеть запрыгнуть на ящик. Давай, тащим. Смотри, смотри, смотри. Да, это мне дало просто время, чтобы запрыгнуть сюда. Поехали. Вот это прикольная система. Раньше таких систем вроде не было. Тихо, спокуха. Ну-ка. Нормально. Вот теперь не хотелось бы здесь где-то помереть на ровном месте, потому что, ну, типа, очень далеко прошли на самом деле. Прям очень далеко. Еще порох черный, это все ерунда. Здесь вроде больше ничего. Ягоды? Ну что, нам... А, это ягоды какао. Нам куда-то сюда. Сейчас внимательно, потому что может быть пол какой-то полуразвалившийся, чтобы не провалиться туда. Все что угодно. Что здесь? 77%. Здесь, под бдительным оком одного из владык смерти, расположены врата Шибальбы, через которые проходит каждый на пути из этой жизни в следующую.
Я много вот раз слышал про шибальбу, хорошо, назовем это так. Но почему-то раньше говорили шибальба. Ну, я не знаю, кто прав. Сейчас вот озвучка Лары. Или вот как раньше это я слышал. Тихо. Или как я это слышал раньше. Ну, будем говорить, ладно, пускай шибальба, так шибальба. Куда мне? Ты слышишь это? Кто-то что-то двигает. Единственный путь это... прыжок веры вперед вот на тот уступ. Это единственный путь. Очень страшно. Прям очень страшно. Погнали. Молодчина, держись! Держись! Я в это не верю! Я в это не верю! Я уже руки оторвал от клавиатуры, чтобы хвататься за голову. Я нажимал! Дрянь. Фу, я не про Лару, я про игровую систему. Так, сейчас, подожди. Ладошки мокренькие, вытерли. Хорошо, поехали дальше. Держимся. Держимся. Чувствуешь? Да ну нафиг, я прыгнул. Хорош, я прыгнул. Просто игре, видимо, явно не понравилось тайминг, как я прыгнул. Но я точно прыгнул. Я в этом абсолютно уверен. Давай заберем. Это все мы с тобой читали, смотрели. 77%. Ну что ж, борьба. Погнали. Держись. Может быть... Ладно, не знаю. Просто не знаю. Погнали. Нормально. Эта дрянь скидывает на меня, представляешь? Ага. Эта зараза скидывает на нас ловушки, ты представляешь? И он, скорее всего, перезаряжает. И помнишь, я как раз сказал, а кто перезаряжает ловушку? Ведь ей уже должно быть очень много лет. Я могу это разрушить? Интересно, нам предстоит с ним встретиться или нет? Ладно, подожди. Вот здесь какие-то знания дополнительные, я думаю, может быть, какое-нибудь зелье еще. Кому нужен Иона, да? Надо выбираться. Хват Карла. Увеличение скорости лазания, позволяющее быстрее пересекать сложные участки местности. Неплохо, мне нравится. Спасибо за это. Смотри, здесь тоже можно разломать. А мне бы сохраниться, но я знаю, что я не могу. У меня ничего нет для этого. Здесь что-то типа алтаря жертвоприношения. Я понял. Так, по мелочи, да и дерева нет абсолютно. Вечер начинается, да? Здесь начинается вечер. А вечером здесь гораздо опаснее. Так. Я так понимаю, что можно туда попасть. Подожди. Ну мы что, зря вот здесь что ли ломали? Давай сначала здесь посмотрим, что тут у нас находится. Возможно, просто золотишко. Окей. Плюс 5 слитков. С этой стороны. Тоже золотишко. И еще плюс 5 слитков. Окей. Посмотрим на карту. Здесь еще есть базовый лагерь. Ну да ладно, дерева все равно нету, чтобы разжигать огонь. Просто двигаемся вперед. Ну что? Раз. Тихо. Сюда. И сюда. Сейчас внимательно. Эта зараза может еще что-нибудь на нас кинуть. А что, все что ли? Или нет? Чего? Куда я? Ну-ка. Я попал туда, куда мне нужно. Это все, что нужно было оттуда забрать, только зелье и все. Прикольно. Что-нибудь нашла? Еще один алтарь майя и... И что? Старый лагерь. Одни развалины. Надо идти дальше. Подожди, Иона. Подожди. Я здесь ничего не пропускаю. Здесь все собрано, базовый лагерь. А здесь это возвращение обратно, руна. Здесь лагерь, все собрано, документы. Да, все нормально, погнали вперед. А дерева здесь вообще нету, я не вижу кустов. Пошли вперед, что ли? Ладно, Иона, пошли вперед. Надеюсь, что да. Подсобишь? Иона, помоги мне с этим. 3, 2, 1. Черт! Вот ведь!
Вот ведь зараза там! Да! Обалдеть! Обалдеть! Иона, сделай что-нибудь! Что-нибудь сделай! Лара! А сам выстрелить ты не мог! Чучело огородное! Что, нажать? Пошел вон отсюда, а! Тихо! Заткнись! Тихо! Ах ты, зараза! Да сейчас, как же, обломись! Задел меня? Ну ладно, подожди. Сейчас я тебя задену. Попал, я по тебе попал. Помолчи, Оно, помолчи. Есть. Ясно. Вау. Кошмар. Стычка номер два. Инстинкт выживальщика. Получено выживание. Цела. Ты цела? Помоги-ка мне. Не царапинки. Ну чё так? Даже не царапинки. Могли бы нарисовать какую-нибудь там царапинку на спине от зубов. У тебя спина в крови. Я займусь лагерем. Нормальная девочка сразу начала тушу освежевывать. Может, просто на этом костюме не видно, или типа... Ну ладно, неважно. Да, я посмотрю. Так себе. Знаешь, нам тут столько довелось испытать. Я невольно думаю про брата. Я всегда защищал его. От отца, от самого себя. Но он погиб. Ты сделал все, что мог. Окажись я в нужном месте, в нужное время. Он был бы жив. Будь у меня глаза на затылке. Всех тебе не спасти, Иона. Спасибо. Да. Я скучаю. Знаю. Родители. Мне их не хватает. А недавно мне приснилась мама. Да? Угу. Такой реальный сон. В детстве отец многое от меня скрывал. Прятал вещи. Особенно ее. Зачем он это делал? Она умерла, и он берег меня от боли. Конечно, я все равно их искала. Но до сих пор у меня есть вопросы. Твой отец оставил больше тайн, чем раскрыл. Доминге сказал, при помощи серебряного ларца из чели он преобразит мир. Будь у тебя эта сила, что б ты сделал? Впал бы в панику. Ты бы не хотел вернуться в прошлое и увидеть брата? Потерять все остальное? Нет уж.
Я люблю наш мир, он не идеален, но все, что я люблю, сейчас его часть. Так. Но тут даже говорить ничего не нужно. Они сами все рассказали. Музыка классная пошла. Чтобы найти сокровище, хитроумная Лара Крофт должна обмануть короля, найти запретную гробницу и раскрыть тайну Белой Королевы. Ее ждет много испытаний. Она не может больше терять ни минуты. Сейчас, пап! Ты шутишь? Ты сейчас шутишь? Мы будем играть за маленькую Лару Крофт? Высокие стены замка. Обалдеть! Я просто в шоке. Вау! Да ладно! Вау! Вау! Я не знаю, я просто посмотрел несколько обзоров. Я сейчас поясню. Я посмотрел несколько обзоров. Там люди гнали на то, что геймплей старый, на то, что сюжет неинтересный, он точно предсказуемый. Да идите вы. Честное слово, нет, это очень круто. На мой взгляд, это очень круто, а люди просто хайпятся за счет игры. То есть очень многие создают такие негативные обзоры, чтобы получить больше хайпа, потому что на них больше просмотров. Ну, вы сами все понимаете. Но я надеюсь, что вам нравится эта игра, нравятся эти выпуски. Если так, пожалуйста, поставьте лайк. Продолжать с вами будем, естественно, в следующем выпуске. Побегаем за эту маленькую Ларку Крофт. На этом все. Если вы здесь впервые, не забывайте подписываться, чтобы его не пропустить. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем выпуске.